Я не курю, извините. Р-О-Б-Е-Р-Т. Роберт. Сосед снизу. Да, конечно. Да, понимаю. Сначала. Последние пару недель, возвращаясь домой, я пытался работать. Точнее, рисовать. Я художник. Обычно по дороге домой я могу увидеть что-то интересное, и это вдохновит меня. Раньше это были предметы, птицы, море. Но потом меня заинтересовали люди, их мысли, звуки, которые они издавали, и почему мои соседи. Крики, вопли, ссоры, которые я слышал на этаж выше, просто не давали мне покоя. Поначалу у меня была не так интересная их причина. Они просто мешали мне работать. Началось все в понедельник. Я, как всегда, сидел за своим рабочим столом и завершал набросок. Но с трудом. Шум, который исходил из стен, был словно громкой музыкой, сбивающей мои мысли. Раз я не мог работать, мне хотелось понять, что происходит. Я тебя не люблю. Это была единственная фраза, которую я успел услышать перед падением. Мне потребовалось время, чтобы понять, что произошло. Голова кружилась настолько. Мне показалось, я смогу остановить ее руками. Так я и обнаружил рану. Я решил не упустить возможности поговорить с соседями. Я не столько беспокоился о себе, а сколько о том, чтобы они друг друга не переубивали. Поднимаясь, я слышал их все лучше и лучше, как будто они стояли рядом. Так и оказалось. Thank you.
переехала в какой-то отель или что-то наподобие жилого комплекса. Я не стал преследовать ее до самой квартиры. Боялся, что заметит. И поехал домой, конечно. Возможности сделать его портрет. Да, если честно, мы с ним изначально не общались как соседи. А с момента всех этих криков и событий я все меньше и меньше видел его. По крайней мере, реже, чем его жену. Только пару раз я наблюдал из окна, как он постоянно куда-то уезжает и поздно возвращается. Если ему важны детали, то на нем всегда был черный кожаный плащ, а лица я даже и не видел. Пейзажи, натюрморты, абстракция. Я уже перепробовал 1000 разных стилей и все никак не мог найти свой. Я думаю, эта ситуация помогла мне придать истории мои рисунки. Люди, на первый взгляд, кажутся такими беззаботными и невинными. Но как только ты узнаешь все, что скрыто за ширмой, это моментально меняет картину. Не только мою. Но и жизненную. Я решил продолжить эксперимент. Стал составлять портреты людей, додумывать их скрытые тайны, основываясь на выразительных чертах.
Он там был. Вы это понимаете? Он преследовал меня. Я уверен, он что-то сделал с ним в этом поезде. И может сделать что-то ужасное со своей женой. Я волнуюсь за нее. Поэтому я здесь. Мне нужна ваша помощь. Ей нужна ваша помощь. Пожалуйста. Нет, ну... Это браво. Что, простите? Я ж поверил. Боже, даже историю такую интересную придумал Роберт. А какая игра? Извините, я не понимаю, что происходит. Ты думаешь, они тебе поверят? Художник. Яростно пытается помочь жене своего соседа, которая ему же изменяет. Ты сам-то веришь в это? Это ты. Это тебе она изменила. Нам. Это ты его убил. Мы убили, Роберт. Что? Я не понимаю, почему ты так говоришь. Я думаю, ты знаешь. Ты, Роберт, будешь мазком во всей этой картине. Помог нам определить проблему и привел к ее решению. Так вот, принятия у тебя не хватает сил. Только попробуй ее хоть пальцем тронуть. Хорошо. Пальцем трогать не буду.